Вов! Вот и все. Новая жизнь. Белая полоса. Скажешь, я чуть не прослезилась, ничего, думаю. Я вообще надеюсь, что мы вдвоем с тобой приготовим его. Посмотри, как я сгорела сегодня вообще. Сгорела, и лицо у меня вот это обветрилось просто. Не взяла с собой крем от загара. Теперь такая чесочка есть. Хочешь сунуться, нанести тебе крем увлажняющий, потому что дико прям печет лицо. Я вчера ходила, что сгорела, еще губы обветрила. Зима это прям вообще мое, прям вообще мне везет. Это вот такой вот худи с капюшоном, левайс, захотела, леопардовый, ну это сейчас модное такое, вот левайс написано, классно, тоже в левайсе, вот такую вот рубашечку с такими вот штучками, и сзади такие штучки тоже. Ну, у меня просто здесь такие полусапожки казаки. Вот, она будет хорошо смотреться. Стиль такой, мне нравится. Потом вот такой вот свитерочек. Тоже с висюльчиками, со звездой. И штанцы такие кожаные. Это мой любимый магазин. La Republic. Вот. Ах, он гадит. Лежит по сторонам, смотрит. Одна Боня всех защищает, да, Бонечка? Ай-яй-яй, где они, кошки? Где кошки? Ну-ка ищи, ищи кошки. Ах, они кошки. Вот как-то. Все Бони боятся. Весь Жан-Клод боится Бони. Я вот что-то накрасилась, переоделась и делала себе фотосессию. У меня есть такая лестничка, как типа стремянка маленькая. Я ее таскала из комнаты в комнату, ну вместо штатива. Сейчас пришлю тебе фотки, может быть, поможешь выбрать, что выставить в Инстаграм. Интересно, вот там одну выставить или, знаешь, когда много фотографий можно. И мне захотелось что-то в черно-белом стиле. Я прям сделала черно-белые фотки. Макияж, да, жесть, мне еще в этот момент девушка с бабушкой звонит, Лена, что с тобой? Бровище. Такие, так вы Марину не рожали. Все, я вышла, мне делали процедуры для лица, Дианку фоткали, как она как будто бы пришла, вот знаешь, типа кофе пьет, ожидает, а мне делали процедуры для лица, сказали, что у меня типа идеальное лицо для вот спа процедур, мне аж, видишь, даже блестит. Обалденно, сделали таким аппаратом, в общем, мне внедрили какую-то маску в кожу, у меня распокраснения большие, потому что мне дернсенвалем этим проходили. Короче, классно, мне нравится. Так, слушай, какая разница, я все равно пошла бы за это за деньги, ну, типа, пошла бы. А так, получается, я сходила, меня пофоткали, и мне и процедуру сделали, как считай. Вот, и фотограф сказал, что у меня очень красивая внешность, она хочет со мной дальше сотрудничать. И я такая, да. Короче, мы обменялись с ней контактами. И вот будет меня приглашать на какие-то, у нее бывают заказчики, которые ее спрашивают. Там, ну, короче, типа модели нужны. Она говорит, я не знаю, тут похоже на красивых девушек, а вот я нашла тебя. Я такая, спасибо. Что такие дела? Давай, мам, передвинь привет. Да, Бонечка, мы сегодня очень много дел сделали. Перекопали пол огородом. Я устала очень. Так, Боня, а ну смотри в камеру. Мяу-мяу. Взять там.
Ну все, передай привет, бабушке. Шучу, шучу, передай привет. Феликс, Феликс. Феликс. Феликс Боди, Феликс. Все, боюсь, искупаться пойдешь. Купаться пойдешь сейчас. Купаться. Купаться. Чушу-чушу-чушу-чушу-чушу-чушу. Пошла. Купаться иди в бассейн. Там ты можешь и залезть, и вылезти. Вес берет свое, но шишка в зубах, надо выкарабкиваться, что-то его останавливает это делать, и он решил поплавать. Шишка? Бадя, неси шишку, неси, дай. Он ее покупал, эту шишку, теперь ее несет. Очень вкусная попалась шишка в этот раз. Ну, конечно, Бади же попил. Надо и Бонни. Нет, 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 немножко, чуть-чуть, вот не настолько она хочет пить, еще боится. Думает, может, отсюда будет удобней попить? Как вы считаете? Попробую-ка я обойти, обнюхать все это. Надо изучить местность. Попить захочется, даже попить не смогу. Вот отсюда будет как раз самое удобное место. Ну, вот так теперь входить хотя бы можно, знаю, да, дорога есть такая в обход. На самом деле, шишка это даже особо не нужна была. Просто нужно было попить. Да, Баня? Представляешь, тут даже кто-то живет, посмотри. Зубная паста, щетки, водичка, вещи сушатся. Кто-то себе придумал такую веревочку, идущую в лес. Я не стала подниматься, потому что, если честно, я немножко боюсь, поэтому я решила остаться здесь. Вот это называется единение с природой. Вот здесь не стирают вещи, может быть. Не знаю, такой мини-бассейн. Башня, отмечающая, что они здесь живут, наверное. Видео, кажется, что это просто. Ир, тебе просто? Она шутит. Иди, не смотри назад, подымайся. Так, что-то туда есть. Не, я не пойду, я боюсь. А зря, там в море реально. Мам, смотри, мы на море, посмотри, что тут построили. Шалашик. Славным местом. Вот, смородина растет. Вот. Была каланхоя, но походу все уже. Вот твоя роза. Я все подстригала, которые были. Вот одна распустилась новая, значит прижилась, хорошо все. Был бутончик, теперь такой расцветает красивый. Гиацинт. Все. Вот еще ты мне тоже подарила. Это тоже, видишь, расцветает. Маленькие срезала, а вот какие уже малюсенькие уже есть. Видишь, хорошо. Вот лаванду привезут еще скоро. Я ее посажу. Сюда где-то. У тебя на море, если есть душ, лежак и солнце. Видам, шаленая, имя императрица. Здрасте. Ну, конечно. Такая-то погодка, нифига себе.
как не позагорать. Вонь, ты вот туда иди ложись. На лежачок. Да, иди на лежачок ложись, иди. На лежачок. Побежал. А это малинка, которую мы до сих пор еще не пересадили. Надо... Вот. И Боня жует. Вот, еще одна кустик малинки. Так можно брать, так это... Тут виноградик тоже разрастается. Такую, как беседку. Я как бы у этой башни периодически срываю листочки, и мы их в салат добавляем, но мы столько их не едим, поэтому вот так вырос он сам собой тоже, мы его не сажали. У меня чистые грядочки какие, ну почти чистые. Тоже непонятно, ромашка ты ли это? Ромашка Укропович. Вообще, мам, что это такое? Это гибрид ромашки и укропа? Маска была на лице, немножко было пощипывание возле глаз. Ну, у меня просто аллергическая реакция на все крема, это моя кожа. А сейчас прям хорошо умылась, такая чистенькая, приятная, прям даже не хочется вытирать лицо. Прям очень хорошо. Ну, у меня бы сейчас были бы пятна на лице, если бы что-то было бы. А их нет, это значит хорошо. Хорошая маска. Мне понравилась. Если она еще действует, это вообще здорово. Ой, прям звезда YouTube. Девчонки будут обедать на солнышке. Птички поют, море видно. Смородинка поспевает. Петрушка. Так, всем приятного аппетита. Ла-л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 а. Я еще пока не начала снимать. Я гель хотела заказать. Боже мой, вот она, счастливая девушка, у которой есть все. Розовая вода. Четыре королевы. Даже розовая вода. Сама как королева. Да, это, конечно, полочка вот нужна, нужна, я согласна, любой девчонке. Икея. Икея, на самом деле, можно нам все позволить. Парфюмерный гель. Знаешь, Лен, что понравилось? Вот эта красота. Вот такая красота. Да, ну, вот эта вещь. Мам, так что, будешь брать или не будешь? Беру. На. Вот она, бухта Джанкота. И даже кто-то там купается. Такая красота. Мы сейчас будем с девчонками отдыхать с набуми. Отдыхать, загорать, купаться. На фоне моря. Ой, красота какая! У нас без музыки, мы танцуем 5 минут. Там мы рыбку ловим. Все эти стоят, видим? Видим. О, это здесь уже. Да. Рыбка-барабулька. Рыбка-камбалка. Барабульки пока еще. Ой, Диана, какая ты красивая. На фоне гор. Рыбка-барабулька. Если бы была рыбкой, я была бы рыбкой. Ты была бы золотой рыбкой. Ты не золотая рыбка. А скумбрия, кстати, золотая, да? Лапочка позолоченная.
вас очень сильно люблю. Вы что, знаете это? Смотрите, это капец, как высоко. Это и холодно, извините. Мамочка. Все, мы на пике. Розовое небо, голубое море, бухта. Это ли не сказка? Все. Ну что, хорошо? Ужинаем, общаемся, наслаждаемся свежим морским воздухом и передаем привет всем, кто посмотрит это видео. Так, это черные семена чиа. Ну вот, все написано, в принципе, для них. Кружится под салаты, можно добавить йогурт. Это мюсли запеченные, шоколадные. Почему запеченные? Потому что они лучше хрустят и не размокают, не разбухают. Это конопляные семечки, не содержат канабиола, то есть не прущие, скажем так. Но их, ну, как бы немного надо кушать, чуть по чуть-чуть. Вот, греча пророщенная, типа ее там салаты, тоже можно йогурт, можно куда угодно, льняное семя. Ну, также посыпать какой-то киноа, вот с него можно варить кашу. То есть это как бы каша, но чисто вот углеводы, ну, натуральные, вообще супер. Но это когда захочется что-то пожевать, чипсы кокосовые, они не сладкие, чисто вот. Это для мужского здоровья, семечки тыквенные, это матча, чай. Заказала маленький пакетик, чтобы вообще попробовать, вкусно, невкусно, но говорят вкусно. Ну и бурый индийский рис, это такой, ой, индийский, дикий. Ну, бурым его не сильно даешь, конечно. Он такая смесь, но вот моя красота. Привет! Накрасила брови. Есть возможность нанести маску. Я их похлопающими движениями, тогда поры закрываются все. Видишь? Нет никаких просветов. А если наносить вот так? Видишь, сразу точки появляются, поры не закрываются. Лайфхак. Привет, мам. Я хочу тебе показать обалденную тушь, о которой я мечтала всю свою жизнь. В общем, я думаю, у меня есть такая тушь, уже старая. Я почему-то подозреваю, что она не попала от тебя. Я, скорее всего, возможно, у тебя ее даже и забрала когда-то. Потому что я привезла ее сюда, вот когда переехала в Геленджик жить. Она у меня уже засохла, я ее везде, вот именно эту искала, маленькую, потому что мне она подходит, она не засыхает. Не успевает засохнуть до того, как я ее использую. Ну, в общем, она разделяет ресницы, она их удлиняет. И самое, что интересно, мне не нужно пользоваться подкручиванкой для ресниц, вот этой моей штучкой, знаешь, которую я подкручиваю. У нее вот такая вот щеточка. Закрученная. Я не знаю, это бомба. Я когда заходила месяц назад на сайт, на Вальда Бутена продается, это Lancome. Lancome-овская тушь. Она стоила 1700 рублей, ну... Я такая еще думаю, ну как-то не так уж мне сильно нужна тушь за такие деньги. А потом я недавно зашла на еще раз этот сайт, в корзину свою кинула, и я думаю, блин, ну сколько она, интересно, стоит? 980 рублей. Я думаю, ну вот это ж вот другое дело совсем. Заказала, она ко мне пришла, я счастливая. Ну вот смотри, я не знаю, может быть, мне так кажется, но это единственная тушь, которая всех мне подходит. Я перепробовала очень многие, и твоя тоже, Мэри Кей, неплохая. Но вот это вот просто прям моя. И у нас с тобой же такое дело, что глаза, ресницы у нас светлые, их особо не видно, их приходится подкрашивать. А так как они у нас такие типа короткие еще, она их реально удлиняет.
Так что это прям вообще кладезь, это прям находка. Я счастлива. Вот я нарастила натуральные ресницы. Мне кажется, они даже не сильно видны. Цвет графит. Только кончики с середины. Мне кажется, брови все перекрывают. Ничего не смоется. Не могу набить руку никак на бровях. Я их посадила. Одного пока не хватило. Я их закажу. Вот тут не хватило. Ну, я не знаю.